Итак, мы начинаем прямой репортаж с заката на Черном море, поселок Лазаревское, Большой Сочи. Сегодня 6 октября 2020 года. Мы сидим тут шампанское с клубникой, рубаем, ем. Ну и смотрим вот на такую красоту. Сейчас я разворачиваю камеру, и вы все это увидите воочию. Всем привет! Мы пришли на закат. Мы пьем шампанское и клубнику. Мы любуемся, как солнце заходит за море. Сейчас оно на ваших глазах утонет в очередной раз. И каждый раз этот закат вообще неповторимый. Мы сидим в партере на новых лавочках с шампанскими клубникой, о чем только могли мечтать всю зиму. Да, и не только зиму. Многие об этом только мечтают. Да, 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 да. Зрелище, конечно, вообще обалденное. Сейчас мы все это увидим. Как будет выключаться свет потихонечку. Свет выключается потихоньку. Солнышко уже коснулось моря. Потихоньку начинает туда вскрываться. Вот. Скоро уже сядет наполовину. При желании можно, конечно, приблизить. Где-то вот там. О, ребят, смотрите. Солнышко уходит в море. Нам оно видно вот так. Таких дынов. Смотрите, как видим его мы. Котечка. Ну вот, если посмотреть, то
солнышко уже вот настолько утонуло. Больше половины. Смотрите, как его видим мы. Люди в очках. О. Так, люди. О. Это вот вид через очки. Угу. Правда, они у нас маленько в море. Капелька. А это вот так. Совсем немножко остается. Вот такое шоу у нас каждый вечер. И все. Было солнышко и нету солнышка. Вот оно здесь было. Все, привет. Солнышко, до завтра. Пока-пока, солнышко. И вот такая красивая расцветка по всему морю идет. Обалденно. Вот там было солнышко. Когда всего не было. Вот такая красота. Ну и все. На этом мы с вами прощаемся. Да? Мы все выкладываем онлайн. В онлайне. Смотрите, участвуйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, которого нету. Ленчик и Вовчик в Сочи. Да-да-да. Приключения продолжаются. Да-да-да-да. Ну и все. Завершаем наш репортаж. Вот на такой красивой картинке.